Багаж одного из пассажиров загорелся во время полета. Отлаженные действия и пожар потушен. Так учат бортпроводников всего мира. Главное, слаженные по инструкции. Следующее задание – эвакуация на воду. После команды «Эвакуит, эвакуит» из пилотской кабины, вы начинаете эвакуацию с первого блока команд. «Эвакуит, эвакуит!» Расстегнуть ремни, оставить все, к выходу! На практике все оказалось немного сложнее. «Эвакуит, эвакуит!» Расстегнуть ремни, оставить все, к выходу! Школа «Кондор» — это современный учебный центр Германии. Тут занимается более 4000 бортпроводников ежегодно. В числе европейских, российских авиакомпаний — наши, Air Astana. Для нас очень важно научить бортпроводников уметь действовать в чрезвычайных ситуациях, а эта машина может выполнить более 200 сценариев. Один из инструкторов «Кондора» — казахстанец Булат Керимбеков. Он учит русскоговорящих студентов. Во фракфуртском «Кондоре» его работа — закрепить теоретический материал практикой. Здесь нет такого, что, допустим, экипажи из Франции или Германии или Казахстана обучаются по разным программам. По степени подготовки наши экипажи стоят вровень с такими авиакомпаниями, как Люфтганза, скажем, европейские какие-нибудь авиакомпании. Здравствуйте. У вас 25А. Вот таким образом встречают всех пассажиров бортпроводники авиакомпании Air Astana. А это уже на борту Airbus A330. Эти бортпроводники прошли обучение, сдали экзамены и начали летать. В зависимости от рейса разный функционал. Одни на кухне, по двое в экономе и в бизнес-классах. Накормить, напоить, обеспечить комфорт. Одно из основных, но не главных задач. Бортпроводники в первую очередь отвечают за безопасность. Чтобы надуть спасательный жилет в момент покидания самолета, резко потяните за красный колпачок. Есть у бортпроводников и свои приметы. В самолет заходить с правой ноги. Ну, самое, наверное, распространенное суеверие, да, это то, что если оторвалась пуговица перед рейсом, то нельзя ее ни в коем случае пришивать. Ну, чего-то стоит бояться, наверное. А самая лучшая примета как для пассажиров, так и для бортпроводников, это когда самолет мягко взлетел и также сел.